Эй, иди сюда, кое-что покажу. Ты только взгляни на все это. Наверняка еще стреляет. Вероятно. О, боже. Посмотри. А ты на это посмотри. Похоже на твою бывшую подружку. Так, давай поднимем все это наверх. Я возьму магнитофон, а ты все остальное. Этот парень был настоящим засранцем. Все его ненавидели. Типа тебя? Да, типа меня. Слушай, я тебе по роже сейчас дам. Еще он был увлечен вестернами. Делал все эти маленькие модельки. Так, ладно, тихо. Послушайте. Эту кассету я нашел внизу. Уже прошло несколько лет, как я начал раскопки в руинах Кандара со своими коллегами. Теперь мы с женой поселились в этой уединенной хижине в горах. Здесь я продолжил свои исследования, и меня не отвлекают мириады вещей современной цивилизации, и мы вдали от рощи Академа. Я полагаю, что сделал невероятное открытие в кандарианских руинах. Это записи о древних шумерских погребальных обрядах. Заголовок гласит: в грубом переводе это означает «книга мертвых». Книга переплетена человеческой плотью и написана человеческой кровью. Здесь говорится о демонах, о воскрешении демонов и о силах, которые обитают в лесах и в темных уголках нашего мира. Первые страницы книги предупреждают, что эти существа могут находиться в состоянии спячки, но никогда не умирают. Их можно вернуть к жизни с помощью заклинаний, которые написаны в этой книге. После прочтения этих заклинаний демонам будет дана возможность вселяться в тела живых. И зачем выключила? Только интересно стало. Я просто не хочу слушать больше. Скотт, да ладно, ну хватит уже. Эй, ну я хочу послушать, что там дальше было. Ничего особенного же. Татра амистробин азарта. Таттир ману мансизон хазан собар. Саман ларобза, дархис хайкер данс деродза, ганда. Выключи. Ганда. Shut it off. Выключи. Ганда. Выключи. Господи. Oh,